Государственный Мельбурнский университет Австралия планирует внедрить блокчейн-систему аттестации вуза. Нужно это для того, чтобы избежать подделок документов об образовании и наградах. Технология блокчейн позволит избавиться от мошенничества, так как каждая запись будет привязана к отдельной транзакции и изменить ее будет невозможно, отмечают представители университета. Хотя мы полностью признаем существующие степени и награды, предоставляемые университетом, мы также заинтересованы в исследовании возможностей создания более разнородной аттестационной системы, говорит проректор Мельбурнского университета Грегор Кеннеди. Основана разработка университета на BlockCerts, разработанном в прошлом году компанией Learning Machine Technologies и кафедрой Media Lab Массачусетского технологического института.